Я работаю на подстанции «Чай». В 2005 году, когда половина Москвы осталась без света, все началось именно здесь. Помню, как видел в новостях толпы людей в метро, пробки, таксистов, которые подняли цены в 10 раз. Я пришел сюда в 2007 году, и каждый раз, садясь за пульт, я думаю о том, что от меня зависит, чтобы такое больше не повторилось. Уверен, что так на подстанции думает каждый. Ответственность, знание, опыт – вот главное качество нашей работы. А моему сыну Никите 9 лет. Когда он пришел ко мне на работу и увидел эти мониторы, он сказал: «Папа, ты как будто играешь в компьютерную игру». А я ему ответил: «Да, я никогда не проигрываю». У нас очень серьезный и очень надежный коллектив. Мы не должны никого подвести, не имеем права. Поздравляю всех с Днем энергетика и желаю всем надежной работы.